Всем привет! Сегодняшнее видео будет посвящено щавелю «Кровавая Мэри». Я купила 5 грамм семян, и этого оказалось очень-очень много. Семена не дешевые, но и количество их надо совсем чуть-чуть для того, чтобы засеять вот такой вот лоточек. Щавель я посеяла поверхностно, закрыла крышечкой и создала тепличные условия и поставила сразу же на прорастание на свет. Вот такой вот результат уже на третий день после посева. Прошло 3,5 недели после посева. Мои растения начали уже затенять друг друга, и я решила их распикировать. Грунт я сделала из покупной земли для рассады, биогумоса и агроперлита. Для пересадки использую вот такие вот кассетки маленькие, которые я сажаю по одному, два или три растения, в зависимости от того, как они отделяются и какого они размера. Щавель очень мелкий и очень хрупкий, поэтому нужно это делать аккуратно, чтобы не повредить сильно корневую систему. Оставшиеся растения я пересадила в судочек побольше. Забыла сказать, что перед пересадкой я все пролила хорошо биоудобрениями. Вот так вот выглядит наш щавель после пикировки. Прошел месяц после того, как я посадила щавель. Вот такой вот он уже красивый стал. Посмотрите на его листочки, эти красные прожилки. Это что-то невероятное. Я его еще не пробовала. Вот сегодня как раз хочу попробовать и рассказать вам. На вкус он немного кисловат. Не такой кислый, как обычный щавель. Поэтому я считаю, что не зря эти листочки использую для украшения десертов, а также его можно добавлять в салаты или просто как украшение блюд. Думаю, что месяц можно подождать ради такой красоты. Если было вам интересно, видео было для вас полезным, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Буду очень рада, если чем-то вам помогла. Всем пока!